Правительство собирается ввести налоги на вредные продукты. Об этом пишут ведомости со ссылкой на имеющийся в их распоряжении протокол совещания Кабмина. Согласно документу, эта мера повысит доходы в госбюджет. Так, в перечень подакцизных товаров намерены включить пальмовое масло и газированные напитки, а также чипсы, электронные сигареты и продукты с повышенным содержанием сахара и жиров. К тому же, по мнению авторов инициативы, это приведет к подорожанию таких товаров и, соответственно, снижению их потребления в стране. Однако эксперты считают, что нововведение ляжет дополнительной нагрузкой на бизнес. Сейчас к подакцизным товарам относятся алкоголь, табак, автомобильное и авиационное топливо, легковые автомобили и мощные мотоциклы.